сегодня я постараюсь повторить 3 трюка дриба в Майнкрафте. И начнем мы с самого простого, конечно. Мне нужно попасть в эту воду в огороде, спрыгнув просто с огромной высоты, которая превышает высоту неба. Прикольно, да? Моя первая попытка, и... конечно же, все получается не с первого раза, и даже не с второго, и не с третьего. Но давайте попробуем еще разок. Ура, я смог это сделать. Видел же тебя, как я круто прыгнул в воду, да? Видел? Ладно, куда ты уходишь? Ну ладно, приступаем ко второму трюку, и для этого нам понадобится отправиться в дезерт. Точнее, в лавовое озеро, где мы будем совершать второй трюк, который, я думаю, что все знают. Это перепрыгивание лавового озера при помощи лодок. Да, тут идет не одна попытка. Здесь нужно научиться правильно ставить лодки, правильно на них прыгать и правильно от них прыгать. Ну все, натренировался, я готов. Ура, я смог это сделать. А теперь переходим к последнему и самому сложному трюку в этом видео, по моему мнению. И он будет в Энди. Да, у нас для каждого трюка свое измерение. В этот трюк я спускаюсь в Энди на воде, и мне нужно при помощи удочки поймать эндерперл и вернуться на остров. Но это было не так просто, потому что мне мешал дракон. И я не мог понять, в каком состоянии нужно находиться от эндерперла, чтобы поймать его. И он все время падал вниз. Как и я, в принципе. И вот спустя пару попыток у меня получилось это сделать. Так, хватаем удочкой. И... так, вроде бы правильно. О, я его поймал. Вот, теперь главное не упасть, надо бросить его туда. Хоп. Ура! Я выполнил этот трюк. Наконец-то. На этом все. Если хотите увидеть продолжение, где я буду повторять более сложные трюки Дрима, то напишите об этом в комментариях. Ну а с вами был Геймс, со мной бежит Эндермен. Всем пока.